Ой-ой-ой-ой-ой! И снова здравствуйте! Я надеюсь, вы готовы. Мы начинаем наш очередной урок. Мы продолжаем танцевать сальсу. Ира, ты не представляешь, как я хочу все движения, которые мы с тобой станцевали отдельно, попробовать станцевать с тобой. Итак, пробуем станцевать основное движение в паре. Партнерши, приготовьте, пожалуйста, правую ногу. Партнеры, левую. Партнер делает шаг вперед, партнерша назад. И наоборот. Раз. Вперед. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Сразу же переходим к следующему движению. Приготовились. Подсчет. Ира, приготовь правую ногу. Я готовлю левую. Мы делаем шаг в сторону. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Друзья мои, все несложно. Все вы это уже умеете танцевать. Мы просто это делаем друг напротив друга. Два, три, пять, шесть, семь. Это также может быть и в паре, в рамке. Та-та. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Следующее движение, которое мы с вами выучим в паре, это будет смена мест. Друзья мои, это очень несложно. Постарайтесь, самое главное, я об этом уже говорил не раз, ни в коем случае не сбиться с ритма. И сейчас я вместе с Ириной покажу вам, как исполняется это очень популярное в сальсе движение смена мест. Медленно мы сейчас покажем, как его делать в паре. Основной шаг назад. Ира с правой ноги. Раз, два, три. Дальше двигаешься вперед, а я тебя пропускаю. Мы меняем направление. Пять, шесть, семь. Партнер сделать должен 5, 6, 7 практически на месте, провожая партнершу корпусом. Еще раз. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Прекрасно. Попробуем станцевать это движение под музыку. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Оп! Следующее движение, которое мы с вами выучим, поворот под рукой у партнерши. У партнера будет просто основное движение вперед-назад. Мы делаем раз, два, три. Партнер продолжает двигаться. Партнерша делает поворот под рукой с левой ноги. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Друзья мои, это может быть поворот под другой рукой. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. В перспективе 5, 6, 7. Партнер может просто направить партнершу в поворот и тут же подхватить. 2, 3, 5, 6, 7. Под музыку. Поехали. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Как только партнерша получает сигнал. Оп, она тут же поворачивает. Хорошая партнерша, та, которая следует и чувствует ведение партнера. Друзья, совсем скоро мы увидимся с вами на следующем уроке и соединим все движения в единую связку. Не знаю, как вы, а я буду ждать нашей встречи.